Знаешь, как Мишель описывал женщин? Как? Их мужья сражались на священной войне, ходили в крестовые походы, а они, одинокие, сидели в хижинах в лесу и ждали. Здравствуйте, Мария Луиза. Месье дома? Нет, он уехал вчера вечером. На Лазурном берегу нет женщины, которой бы столько же изменял муж. Вы знали это? Поэтому они начинали разговаривать с деревьями, с лисицами, с лесными животными. Красиво. Нет, ужасно. С кем я говорю? С Жаном. А у вас вместо хижин замужество. Тебя видели вчера вечером в порту. Не с Жаном Андлером. Раньше я никогда не изменяла Жану. Я даже не догадывалась, что это так, так ужасно, не быть влюбленной. Ты же не бросишь Жана ради него. Ночью ты сказал, что понимаешь, как меня можно полюбить, а потом разлюбить. Чем он лучше меня? Он богат. Однажды, прежде чем я умру, мы должны будем поговорить о нас. Ты не уйдешь от него? Ты спрашиваешь так, чтобы я не ответила. Так ведь? Ему ты тоже лжешь? Сюзанна. Да. Я хотел бы любить тебя. Ты вернешься?